Центральной городской детской библиотеке можно найти не только книгу по душе, но и занятия для души. Регулярно представители различных творческих направлений проводят здесь для школьников мастер-классы. Отличный проект, который у нас работает уже не первый год в библиотеке, называется он «Творческая личность». И как раз сегодня такая творческая личность у нас побывала. Это Василий Соколов, мастер по глиняным и керамическим изделиям. И выставка называется «Глина. Творчество. Книга». Тема эта намного обширнее, чем кажется на первый взгляд. Ведь история изготовления керамических изделий много сотен лет. А за это время появились различные технологии и стили. Так то, что начиналось как ремесло, впоследствии стало искусством. Получили школьники и много практических советов от мастера. Как можно накопать глину, как можно ее очистить, как из нее можно слепить, как можно из нее сделать шликер, залить гипсовые формы, или покрутить на кругу, или использовать скалки. И, в общем, использовать разные техники, ангобы, глазури, молочение, чернение, лощение. Ну, в общем, все. Получив новую информацию, школьники смогли оценить и результат работы с глиной. На выставке представлены керамические изделия начинающих мастеров. Здесь и посуда, и забавные фигурки животных, и сказочных персонажей. Многие из посетителей захотели попробовать себя в этом непростом, но интересном деле. Тебе самому не захотелось этим заняться или считаешь, что это не мужское дело? Немножко захотелось. Как нам рассказал экскурсовод, что некоторые изделия делали даже 3-летние дети. Значит, это могут все. Ну, я очень люблю лепить и вот все такое. Я бы пришла и сделала какую-нибудь посуду. Попробовать свои силы в изготовлении глиняной посуды ребята, как и все желающие, смогут здесь же, в городской детской библиотеке. Пятницу. В рамках акции «Библиосумерки» Василий Соколов проведет мастер-класс по лепке. А дополнить полученные знания помогут книги об искусстве и ремеслах. В библиотеке их предостаточно. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.